Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня мы с вами будем кушать роллы, мои любимые. Я так скучала по вам, вы скучали по мне. Да, они говорят, что они тоже скучали. У нас с вами Калифорния, Филадельфия и еще вот такие вот с кунжутом, сверху с шапочкой и внутри с рыбкой. Оу, вы это видели? Нет, вы это видели? И здесь у нас самая обычная вода в бокале. Я переехала сюда временно, то есть в гостиную. Так я обычно буду снимать у бабушки. Решила прямо здесь снять видос. Так, первый пошел. Обалдеть, как вкусно. Сегодня была на почте. И опять вот эта вот тема с почтой. Каждый раз они говорят одну цену, когда я говорю, дайте, пожалуйста, чек. Цена меняется. Макаем. Вкуснотища просто. Настроение у меня какое-то тухляк. Последние 2 дня. Собралась снимать для вас влог. На середине забила, не стала. Знаете, иногда бывает такое, что у тебя настрой только лежать, отдыхать. Да хочется поехать на море. Да хочется, не знаю, ничего не делать просто. Просто кушать и жить. А еще эта почта мне настроение испортила. Ребята, который раз предупреждаю вас. Всегда требуйте чек. Всегда. Если вы идете на почту, забираете свой заказ, и вам говорят какую-то непонятную сумму, просите чек. Давайте немножко поотвечаем на вопросы. Айка, как ты относишься к детям, которые очень сильно избалованы их родителями? Заранее спасибо за ответ. Я уже один раз, по-моему, касалась этой темы, и я столкнулась с хейтом, так можно сказать. Многие начали писать, Айка, у тебя нету своих детей, и как бы ты не можешь судить об этом. Возможно. Но я считаю, что строгость никогда не помешает. Я не говорю бить детей. Просто дети должны уважать своих родителей. Одно время я делала ногти. Ну, как бы зарабатывала на этом. И ко мне приходила девушка. У нее была 3-летняя дочь.
Мы, получается, сидим, делаем ногти. Ребенок приходит, начинает трясти стол. Начинает брать эти гель-лаки, раскручивать, смотреть. Естественно, это меня отвлекает, и мне это, естественно, неприятно. То есть ребенок, если пришел уже с мамой, пусть уже сидит спокойно, или вот я ему игрушки навалила на диван, пусть сидит, играет. И вы знаете, когда мама делала замечание, ребенок делал такую реакцию на это замечание. Чуть что не так хочет, девочка берет и такая кулаками начинает мать. Честно, мне такое поведение вообще неприятно, неприемлемо. Дай бог, у меня будут свои дети, и я никогда им не позволю так вести себя в обществе. Я точно не помню, сколько было лет девочке. 3 или 4. Но ребенок уже в этом возрасте не знал слова «нет». Он начинает лазить, там, не знаю, пока мы делаем гель-лак, там стояла коробка, коробка со стразами, с наклейками. Ребенок начинает лезть туда. Все это вытаскивает, играется, смотрит. Она не понимает, что этого делать нельзя, это неприлично. Мама говорит, не делай, дочка, перестань, иди сядь. И вот абсолютно никакой реакции, ноль. Я не считаю, что детей нужно избивать. Чтобы дети прям боялись родителей. Но все равно какой-то предел воспитанию должен быть. Например, рука вот так вот протянута, правильно? Он начинает маму трясти. Естественно, трясется вторая рука тоже. Это приводит к некачественному гель-лаку. Либо мне что-то нужно переделывать и так далее. В общем, я стеснялась всегда сказать, что не бери с собой свою дочь. Наверное, ей не с кем было ее оставить. Но есть такие дети, вот им скажешь «сядь, сиди», и они сидят. Потому что они уважают своих родителей. Или, например, в магазине я замечаю, ребенок орет вовсю. Мама говорит, да заткнись, да заткнись. Он не затыкается, что купи киндер, купи. Меня очень сильно отталкивает, когда я вижу таких мамочек. Мне просто не хочется детей, клянусь. Поэтому... Я за строгость. Я за уважение к старшим. Если нет уважения, смысл? Я почему-то всегда думала, что непослушными бывают только мальчики. А девочки, они прям такие божьи одуванчики. Но сейчас я смотрю, это совсем не показатель. То есть может быть, что девочка воспитанная, хорошая, скромная, умная, а бывает, что мальчик. Поэтому я, кстати, всегда девочку хотела. Потому что я думала, что она будет более такая спокойная, более послушная, покорная. Вот. Еще некоторые говорят, что если постоянно там ругать своего ребенка и так далее, то никогда не станет лидером.
Я в корне не согласна с этим. Я считаю, что если какие-то лидерские качества заложены в ребенке, то он обязательно станет лидером. Ой-ой-ой-ой. Нет, только не это. Иди ко мне. В общем, ребята, я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.